завидую я тем, кто в данный момент смотрит нашу программу. Объясню почему. В прошлый раз мы сдали объект, это была ванная комната. Радость хозяйки. Смотрите, как это было. Здорово, слушайте, так классно. Новый объект мы готовим только к следующей программе. Марина! Здравствуй, Марина. Что это значит? Да то, что сегодня программу мы посвящаем вам, зрители. У каждого появится возможность в течение всей программы получить замечательный подарок от нас. Достаточно быть внимательным, навострить уши. Ну и итоги мы подведем 20 октября во вторник. Желаю удачи. Про ремонт на Первом городском канале. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Какое напольное покрытие стерпит все? Что общего между подготовкой к чистовой отделке квартиры и баней? Купить все материалы сразу, так сказать, не запариваясь. И овладеваем мебельной магией. А теперь, внимание, необычный номер. Итак, друзья, ответственный момент. Мы начинаем розыгрыш подарков. Сегодня их большое количество, но начать хотелось бы с малого. Для начала это бейсболка с логотипом программы «Проремонт». Получить ее достаточно просто. Прямо сейчас в группе ВКонтакте появится запись, под которой вы должны написать, что же это такое. Тот, кто первый это сделает и станет обладателем прекрасной бейсболки. Ну а пока вы заходите в интернет, предлагаю посмотреть следующую рубрику, посвященную выбору керамической плитки. На сегодняшний день различные облицовочные и отделочные материалы составляют довольно сильную конкуренцию керамической плитке. Несмотря на это, она до сих пор не выходит из моды. Более того, является одним из самых популярных товаров на сегодня. И вот почему. Итак, керамическая плитка. Абсолютно натуральный материал. Различные сорта глины обжигают при высокой температуре, затем покрывают глазурью, вследствие чего он не содержит никаких токсичных веществ. Это значит, для людей, страдающих аллергией, материал абсолютно безопасен. Также материал является хорошим проводником тепла, поэтому при монтаже теплых полов плитка будет незаменимым материалом. Кстати, благодаря гладкой поверхности материала на ней абсолютно не скапливаются ни грибки, ни бактерии, в отличие, например, от камня или древесины. Это достигается благодаря покрывающему плитку слою глазури. Она также является отличным защитником от воздействия химических средств. На этом преимущества не заканчиваются. Еще одно явное преимущество плитки – ее ассортимент. Фактуры, рисунки, размеры, цвета, четкая геометрия, благодаря которой можно подчеркнуть эстетику комнаты и всего дома, используя ее в качестве не просто практичного и недорогого облицовочного материала, но и своего рода художественного элемента декора. При правильном подборе и укладке плитки материал прослужит вам верой и правдой более 10 лет. С ним ничего не будет, он не выцветет. Ну и, конечно же, керамическая плитка – это идеальный вариант для влажных помещений. Кухни, поддоны бассейнов и ванной комнаты. Она стерпит все. Все это, а также сантехнику, обои, напольное покрытие и системы освещения вы найдете в новом мегаполисе. А для новоселов здесь специальные скидки. Ленина 191, телефон 32 38 38. Друзья, ну вот, теперь, когда вы придете в магазин за плиткой, надеемся, что выбирать ее вам будет немного, но проще. Мы идем далее. У нас конкурс номер 2, где разыграем прекрасную кружку от программы «Про ремонт». Получить ее просто. Опять же, в группе ВКонтакте появляется запись, под которой вы должны выложить видео, где объяснить, почему именно вам нужна эта кружка. Итоги подведем 20 октября во вторник. Ну а пока вы готовите смартфон для съемки или ищете знакомого оператора, предлагаем посмотреть следующую рубрику. Знакома ли вам ситуация, когда при самостоятельном планировании интерьера дома оказывается так, что пол не сочетается с мебелью, а розетки далеко от рабочей зоны? Если да, значит вы пропустили ключевой этап, не обратились к дизайнеру. То есть, когда человек приходит до начала ремонта, и проработка уже мебели идет до начала или в процессе отделочных работ, то есть можно уже подобрать цветовую гамму стен, пола, потолка, чтобы она непосредственно сочеталась с мебелью.
Даже бывали такие случаи, когда человек менял цветовую гамму своих стен, пола, потолка, то есть подбирал уже к цвету непосредственно той мебели, которая его будет окружать. Если дизайнер знает возможности фабрики, где изготавливают мебель для вашего дома, это гарантирует вам 100% попадание в цель. К тому же вы можете отследить стадию изготовления вашего заказа. Ну а если вы сомневаетесь в возможностях компании, приходите на производство и убедитесь сами, что все здесь по высшему разряду. Дизайнер, который работает непосредственно на данном производстве, знает все нюансы, все тонкости, все технологии данного производства, что поможет вам потом безошибочно, грамотно построить свою мебель. Общая картина складывается из мелочей. Если же вы еще не решили, какого цвета у вас будет кровать или какие двери для шкафа-купе выбрать, все это можно увидеть на мониторе и оценить, как это будет смотреться в готовом виде. Человек может примерить на себя эту мебель, почувствовать, что ему нужно, посидеть в кресле моем, моей соседки. Человек подбирает удобно для себя мебель, для комфорта, для удобства. То есть каждый под себя уже подстраивает свое рабочее место, уже со своими вкусами, со своими ощущениями, то, что ему необходимо. На фабрике индивидуальной мебели Verum дизайнеры работают в интерьерах, которые сами себе создали. То есть уже с порога вы можете оценить, на что они способны. Здесь вам помогут от составления дизайн-проекта до установки готовой мебели в вашем доме. Огромный выбор цветовых решений, фрезеровки стекла и зеркал, фотопечати и многого другого – все это доступно для вас. Фабрика индивидуальной мебели Verum. Проект компании «Вятка найди». Посетите выставочный зал на Лепсе 12 и убедитесь сами, что здесь работают специалисты в области интерьерных решений. А сейчас реклама на Первом городском канале, после которой вы увидите. Что общего между подготовкой к чистовой отделке квартиры и баней? И рубрика для ленивых флористов. Говорим о цветах, которые не нуждаются в уходе и не завянут более 5 лет. Про ремонт на Первом городском канале мы продолжаем. Как вы понимаете, у нас сегодня необычная программа. Ее мы посвятили исключительно вам, зрители. Весь день дарим подарки. Итоги подводим всех конкурсов во вторник, 20 октября. Ну а пока мы готовим партию следующих, у вас есть возможность посмотреть нашу рубрику, которая стартует прямо сейчас. Дорогие друзья, эту рубрику мы посвящаем всем ценителям комфорта, роскоши, функциональности, модерна, но в то же время классики. Итак, встречайте набор для гостиной. Вся мебель произведена ведущими фабриками Польши, поэтому наборы отличаются не только уникальным стилем, созданным на основе натуральных материалов, высокой экологичностью и надежностью, но и особым вниманием к деталям. Отметим, что каждая деталь мебели оснащена бесшумным доводчиком. Это не только говорит о высоком качестве мебели и сохранит ее на долгие годы, но и сбережет вам ваши пальцы. Возможность постоянно наслаждаться уютом, красотой и комфортом – вот как можно охарактеризовать эту мебель. И будьте уверены, для своего интерьера вы точно подберете то, что вам нужно. А теперь, внимание! Необычный номер! Скажете, волшебство? Нет? Функциональность. При всей своей эксклюзивности польская мебель легко доступна. Благодаря широкой дистрибьюторской сети ее можно приобрести в любом городе России. В Кирове в магазине «Шик» вы найдете большое ее разнообразие. Улица Пятницкая, 87. Задание становится все сложнее и сложнее. Ну и призы, знаете ли, не промах. Теперь вам нужно напрячь как следует вашу память или освежить ее в группе ВКонтакте. В одной из прошлых программ мы переделывали балкон. Дизайнер создала проект,
определенного стиля. Вот что это за стиль, ждем ответов в нашей записи, которая появится прямо сейчас в группе ВКонтакте. Ну и логично продолжить нашу программу следующей рубрикой, после которой мы вернемся радовать вас. Представьте, что вы только что въехали в свою новую и абсолютно пустую квартиру. За что взяться первым делом? Ведь необходим ремонт, а главное, какие материалы понадобятся, так сказать, на первых порах. Давайте будем разбираться. Итак, сегодня буквально за пару минут выполним черновой ремонт. А начнем прямо с потолка. Если он хорошо выровнен, достаточно будет водоэмульсионной краски. Если нет, может пригодиться известь или штукатурка. Кстати, по ГОСТу ровный потолок в квартире нигде не должен отклоняться от горизонта более чем на 15 мм. Если у вас такой, то достаточно устранить неровности. Переходим к стенам. Чтобы убрать излишки цемента, выступающего за пределы кладки или прочие выступы, можно использовать грубую силу. Молоток, шпатель и прочие инструменты в этом нам помогут. Вторым этапом будет выравнивание с помощью штукатурки или, например, гипсокартона. Если стены относительно ровные, то их предпочтительнее будет оштукатурить. Но этот вариант хорош, если перепад неровности не превышает 3-4 см. При этом обычно используют крупнозернистую штукатурку. Засыхает она достаточно долго. А последующая шпатлевка будет необходима, чтобы покрыть стены обоями или плиткой. И, наконец, выравниваем пол. Если черновая стяжка уже присутствует, то довести процесс до конца можно, используя тонкий слой наливного пола. Если ситуация хуже, но перепад уровня пола не превышает 6 сантиметров, выровнять его можно, используя цементно-песчаную стяжку. Благодаря ей пол станет более пластичным с меньшей теплоотдачей. Необходимо помнить, что при выполнении этих работ влажность помещения должна быть минимальной. Стяжка должна быть надежно соединена с основанием, а значит пол должен быть предварительно тщательно вычищен и вымыт. Гладим его немножечко, чтобы он ушел на нет. Ну и, наконец, факт, добавляющий позитива. Сейчас в новых домах стены относительно ровные, а на полу присутствует черновая стяжка. Поэтому стройматериалов для выравнивания стен и пола требуется меньше, а значит, сокращаются и затраты. Надеемся, что после этой рубрики у вас осталось стойкое чувство, что ремонт – это просто. А теперь расскажем, как сэкономить на ремонте, а главное, где находится то место, в котором можно купить все материалы сразу, так сказать, не запариваясь. Все необходимые материалы, а также инструменты вы можете приобрести в магазине «Хозстройматериалы». Сейчас в магазине действует скидка на утеплитель КНАУ в 15%. «Хозстройматериалы» – магазин для хозяйственных людей. Загод Зерновский, проезд 8, телефон 62-53-56. Следующий конкурс не менее интересный, он посвящен вашей квартире. С помощью телефона сделайте селфи себя и вашего необычного интерьера. Самая яркая и креативная фотография получит то, без чего не делают селфи. Фотографии вы должны присылать в соответствующую запись, которая появилась прямо сейчас в нашей группе ВКонтакте. Итоги подведем 20 октября во вторник. Ну а пока следующая рубрика. Любой, даже самый современный интерьер не будет смотреться завершенным без каких-то маленьких душевных деталей. И это могут быть, к примеру, вот такие необычные цветы в стекле. Обратите внимание, что это настоящие живые цветы. Как, спросите вы? Все дело в специальной обработке. Она позволяет сохранить их в стекле в первозданном виде длительное время после срезки. Особые технологии производства не требуют никакой химической обработки, то есть цветы остаются действительно натуральными. Кстати, представляете, такие цветы будут жить в вашем доме не менее 5 лет. Ремонт обычно делается надолго, вот и в дополнение к нему тоже можно приобрести такой долгоиграющий аксессуар. Так долго храниться цветам помогает специальная техника удаления влаги, а также герметичная упаковка. Они не вызывают аллергии, поэтому подходят семьям с детьми, не нуждаются в освещении и уходе, не требуют полива, поэтому идеальны даже для очень занятых хозяек. Видите, как простые детали могут легко добавить уюта в ваш интерьер? Мы это сделали с помощью котов и цветов. Последние в стекле. Цветы будут долго радовать вас своей красотой, если это фиора. Это отличная находка современного оформления и дизайна. Украсьте свой интерьер на долгие годы. ТРЦ «Максимум», первый этаж. А завершаем программу мы уже традиционно с сертификатом, который прячем в известном месте города. Уверен, его тут же все узнали, а прячем его мы под раз, два, три, под третьей елью. Итак, сертификат в ель.
Ну вот, дерзайте. А на этом все. Напоминаем, что 20 октября мы подведем итоги некоторых конкурсов. А с вами была программа «Про ремонт». Увидимся в следующую среду в 20:15. До встречи. Пока.